В американском университете Пердью состоялись две лекции и презентации старшего преподавателя кафедры OTS Татьяны Пименовой. Это уже не первый совместный проект университетов. В октябре 2016 года был осуществлен международный EPL-проект по педагогической практике студентов с целью развития глубокого понимания разных культур и практик преподавания. В мае 2017 года университет Пердью организовал видеоконференцию, где студенты познакомились с технологией Kahoot, которая активно используется в обучении иностранным языкам за рубежом. Это... Веб-конференция позволила не только нашим студентам, конечно, позволила не только послушать аутентичную речь преподавателя американского университета, но и познакомиться с уникальной технологией, по крайней мере, новой технологии для наших студентов преподавания иностранных языков. Лекции Татьяны Пименовой были включены в летнюю программу курсов повышения квалификации, которые американский университет организовал для профессорско-преподавательского состава нескольких высших учебных заведений Колумбии. В лекциях сформулированы общие и актуальные вопросы высшего образования. Какой специалист востребован на рынке труда? Возможна ли корреляция преподавания в вузе и школе? И других. Такое сотрудничество между университетами необходимо в первую очередь для преподавателей. Изучение методов и технологий других специалистов формирует общую концепцию обучения. С каждым новым подобным проектом уровень образования в отдельной стране растет. Педагогическое сообщество или академическое сообщество, безусловно, оно, наверное, нацелено на одно, а именно самим быть высокими профессионалами и найти такие технологии, такие методы обучения, которые бы срабатывали в студенческой аудитории. На американском университете Пердью планы ИТИСФ не заканчиваются. Кафедра открыта для сотрудничества с российскими и зарубежными университетами. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.